11 воспитателей из детских садов приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства. В течение месяца педагоги работали в так называемом открытом режиме, чтобы конкурсная комиссия смогла оценить деятельность участников. Они проводили занятия, готовили презентации и выполняли другие творческие задания. В итоге первое место заняла работник детского сада «Ручеек» Ирина Йеннер. Делать зарядку, заниматься спортом. Музыкант, актер, художник, учитель, психолог, а иногда и доктор. Работа воспитателя многогранна, говорит Ирина Йеннер. 27 лет назад она пришла работать в детский сад и до сих пор остается в этой профессии. Она веселая, любит с нами всегда играть. Она нас учит экспериментировать. Скажи, пожалуйста, какие кости знаешь ты? Сегодня Ирина Алексеевна рассказывает, как устроен человек. Перед каждым подобным занятием длительная подготовка. Нужно, чтобы эта тема стала интересна 6-летнему ребенку. Если заслужить внимание отдельных детей не получается, не критично, они могут заняться другим делом. Свободу выбора ограничивать нельзя, считает педагог. И старается быть для дошкольников не только воспитателем, но и другом. Мы занимаемся с Ириной Алексеевной, ходим на улицу, она нас катает на санках, играет в снежки и помогает делать горку. И нам очень это нравится. Ирина Алексеевна придумывает игры, разрабатывает методический материал. Одна из ее идей касается изучения алфавита. Каждый день ребят знакомят с какой-то буквой, вокруг которой происходят разные события. Данной методикой пользуются все воспитатели сада. Но своим главным качеством Ирина Йеннер называет способность учиться у детей. Современным мультиком, современным героем. Учите современный язык, если хотите. Мои дети, не только я их чему-то учу, они учат меня многим премудростям современной техники, например, вот, осваивать какие-то такие вещи. Постоянно учат меня чему-то. Ну и, конечно же, учат, не дают забыть о том, что все-таки близко и дорого, все-таки живое общение. Участие в конкурсе – это возможность оглянуться назад и подумать о своей профессии, как говорит воспитатель. А победа – подтверждение, что выбор ее был сделан правильно.